Раз, выключил. Два, включил. Когда раз, хочет. Выключилось. Когда как. Кто включается, кто не включается. Давай поменяем, заменим выключатели. Дальше. Я думаю, что проблема выключателя. Тогда вот этот тоже заменяй, потому что в этой комнате тоже он через раз. А не включался он тебя, потому что вы его покрасили. Это не мы, арабцы. Вот именно, Женя тоже сказал. Ты видишь, какой перед смертью здесь была стенка, закрыта. Бомбический балкон? Да. Вот соседка там сидит, пробила всю эту стену, сделала комнату, увеличила, а мама сделала балкон. Вот, ингуша его будет оформлять. Кстати, такими штучками. А ты не хочешь делать новую комнату? Да зачем? Если так 4. Перенести вот это вот. Ну, если из хашмаля, то это ты должен для этого выйти и ингуша объяснить тебе, чего она хочет. А, да. А что там с ванной? Расскажите мне. Там хашмаль не проходит, поэтому он нашел, где протекает в двух местах. Угу. В одну нужен какой-то специальный клей, а вторую поменять уплотнитель. Ну, супер. Ну, все, с этим мы разобрались. Синтетично здесь есть. Круто. Окей. Значит, надо... Мы знаем, где оно подключается. Надо кнопка купить новая. Да, кнопку я тебе сейчас вручу. Уже дал. Как выбил. И вот эти две штуки для этого. И два выключателя. Да. Повернись, Женечка. Угу. Все, давай. Стрипы ночи. А, стяжки. Здесь вряд ли. Здесь вряд ли. Мы не привозили. Тебе сейчас надо или на потом? Нет, это вообще... То есть мы сейчас это же так плюс-минус оставим? Да. Собирать уже нет смысла? Нет. Смотри, вот здесь вот у нас зеркало ровно по уровню двери, вот такое зеркало. Здесь это мешает, оно светит. Если можно его удлинить и перенести, здесь у меня будет ветка. И я хотела бы на ветку эту как-то накрутить. Или, в общем, я хочу, чтобы он был светить. Что можно сделать? Если делать это по уму, то нам нужно штрафить потолок и кабель переносить. Я хочу, чтобы кабель было видно. Ага. Да, специально. Хорошо. То есть я хочу, чтобы он немножко здесь провисал. Мне надо его длинный, почему? Я хочу, чтобы он провисал здесь и наворачивался здесь на ветку, на крюк, на что-то. Может быть, мы купим какой-то крюк от зеркала? Ну, лампа это останется. Ну, плафон, может, и не останется, но, в общем, освещение сюда. Что надо для вот этого? Вопрос номер один. Там под вот этим стаканчиком есть дырка. Ее нужно будет закрыть заглушкой. То есть будет заглушка, ее будет видно. Мы можем оставить прямо вот эту вот ногу, например, прямо там, и вот из нее протянуть вот так. И сюда пусть она здесь будет. То есть удлинить саму эту штуку возможно как-то. Единственное, что мы можем сделать, это просто обрубить кабель, вывести его отсюда. Ну, как бы, будет некрасиво смотреться, но будет как огромно смотреться. Почему? Ну, представьте, вот, значит, у нас есть стаканчик, у нас есть вот эта штучка, да? Кабель будет выходить отсюда. Да. И он вот так вот, провеснув, идет сюда. Да. И эта штука остается такой, какая она есть. Мы ее закрасим. Мы ее не будем прятать. В принципе, мне надо, чтобы просто основание осталось, здесь бы провисло, а это, чтобы хорошо здесь подвесить. Ну, и работа. Жека, добавляй список еще.